Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и если вы проходите Battle Pass этого месяца без особого пропуска, то квест, который выложили, он специально для вас. Здесь, ребят, очень сложно дойти до самого конца, и на 60 уровне, запустим, забрать себе дополнительные 200 голды, да и плюс к тому сертификат на исследование танка 10 уровня не помешает обычному танкисту, который пытается прокачать какую-то веточку. В общем, из этого Battle Pass можно забрать себе гораздо больше наград, не имея особого пропуска. Разработчики порадовали вот таким вот коротеньким квестиком, который пройдет, я бы сказал, даже лентяй, которому придется чуть-чуть больше поиграть, нежели обычно. Насколько больше? Ну, тут все зависит от уровня вашей лени. Но так или иначе, за 5 отведенных дней необходимо накосить 100 тысяч урона. Если разделить это на дни, то получается по 20 тысяч урона в день. Согласитесь, немало, но и не так уж много. А почему говорю, что не так уж и много? Потому что за выполнение данного квеста вы получаете целых 15 дополнительно пройденных уровней в вашем Battle Pass этого месяца, ну и соответственно 15 дополнительных наград можете себе положить в копилку. Мне кажется, это действительно очень крутой квест, поможет обычным игрокам, которые задонатить не могут, пройти Battle Pass гораздо круче и гораздо выгоднее для себя. Ну а значит, ребят, если вы еще в игру не заходили, заходите, активируйте квест, он активируется автоматически при входе в игру, ну и соответственно начинайте его выполнять. Я планирую это делать на прямых трансляциях, поэтому приходите ко мне в гости, чтобы их не пропустить. Подписывайтесь на канал прямо сейчас. Стараюсь специально для вас и пошел снимать следующее видео. А вам, друзья мои, от чистого сердца мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.